Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы на сегодня с вами опять в World of Warcraft. И находимся мы с вами в долине Эха, недалеко от цитадели Ледяной Короны. Так, значит, что нам тут отец Густав предложит? Ледяное сердце Нордскола. Так, Сайлас и Шпиц Патрик ушли добывать материалы и топливо, необходимое для того, чтобы начать строительство крепости справедливости. Благодаря тебе и рыцарям Черного Клинка численность приспешников плети в Плитхольме существенно сократилась, и все их лейтенанты убиты. Отлично. Я уже выбрал место, где мы приступим к работам, но сначала мы должны доставить мое донесение Верховному Лорду Тириону Фордрингу. Мы отправляемся в Ледяную Корону по его приказу. Хорошо. Так. Лорд Фордринг. Я иду. Так, а вот он, лорд сам, собственно. Так, с твоей помощью нам удалось закрепиться на линии фронта. Первая настоящая победа в этой войне уже практически в наших руках. Осталось сделать последний решающий шаг. Можешь не сомневаться, Лориэль, силы плети не сдадутся без боя. Тебе предстоит непростая работа. Так, это непростое знамя, Лориэль, оно несет на себе благословение и потому способно очищать большие пространства зараженной земли. Отнеси штандарт через пролом на северо-запад, в место, которое эти мерзавцы из плети в насмешку назвали вершиной рыцарей. Установи его там, где свалены в кучу черепа наших павших соратников, и защити вершину рыцарей от нападения. Когда земля будет очищена, возвращайся к отцу Густаву. Поторопись, Аллариэль. Вылетаю первым рейсом. Так. Раз, два, три. Черный рыцарь. Все дела. Где там Ава? Ага. Вот оно, знамя. Я примерно помню. Где тут лагерь должен быть? Где-то. Ух ты, блин. А где-то... Ага, вот здесь. Вот здесь наверху, по-моему, они хотят его впаять. Давай, стремить. Ту-ту. Ну, поговорим. Опа, братки подъезжают. Приветствую вас. Каменщик тут. Свет, помоги мне, эти проклятые монстры. Посмотри, что они сделали с нашим народом. Поджигайте, парни, сожгите тут все дотла. Никого не оставлять в живых. Да ты что? Так. Все покосим. Так, чё там? Опять мерзость какая-то вылезла. Бежать. Второй. Бежать. Ага. И пищу. Дальше некуда. Ваши силы для борьбы с плетью многократно возросли при нахождении рядом со штандартом. Скорость восполнения маны и здоровья увеличена. Замечательно. Ох, там Рекс именно вмазал. Нужно подойти поближе. Так. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вот так. Еще эту фиговину собью. Не собью. Ну ладно. На 25 тысяч выстрела. Вообще неплохо. Лежать. Туда же. Расстрел. Расстрел. Всех перекосил. Ах, массам нельзя. Ой, и так неплохо. Два хедшота прописал. И замечательно.
Ага. Наслаждайтесь плотью живых. Да. Знаем. Хедшот выписан. Еще один. Этих можно обычными белыми атаками. Лежать. Ого. Такс. У меня нет цели. Надо подождать. Давай же. Мне нужна цель. Сколько их еще бить? На пул минус. Я пока не могу. Ой, их тут полезло нормально так. Все? Похоже, нет. Нужно подойти. О-о-о! На залп! Так, ладно. Дадим возможности рыцарям авангарда тоже посражаться, а то как-то они заскучали, видать. Мне нужна цель. Сложите оружие и отдайте свои души. Ага, сейчас. Да сбудется воля господина. Лежать, паренек. Мы справились, ребята. Мы отбили вершину у плети. Сообщите немедленно отцу Густаву. Поведайте ему радостную весть. А мы займемся... Так. На-на-на-на-на-на. Чем-то там займутся... А, вот, займемся приведением всего порядка. За дело. Так, отец Густав. Где-то здесь. Ныкаешься. Наверное, я могу ливнуть отсюда. Успешно. Так, давай, случайное. Завершить. Ох, что-то синее мне дадут. Кольчуга, not bad. Итак, тебе есть чем гордиться. Ты помогла нам упрочить положение Серебряного Ангарда в стенах Ледяной Короны, Аллариэль. Теперь... Король Лич со своими погаными приспешниками угрожает вершине рыцарей напрямую. Верховный лорд Фордринг и уцелевшие рыцари ждут тебя на вершине рыцарей. Тебе нужно снова пройти через пролом и разыскать Верховного лорда. Сделаем. Я даже на мини-карте его видел. Ай-яй-яй. На маунта и побежали. Бежим. Летим или бежим. И то, и другое. Опа. В данжик меня зовут. Неплохо. О, здесь выстроили уже. Что-то выстроили. Так. Хорошо, нас ждет долгий и трудный поход к вратам цитадели Ледяной Короны. Благодарю тебя от имени всех рыцарей Серебряного Ангарда за все, что ты для нас сделал. Теперь мы можем спать спокойно, зная, что, что ты будешь сражаться бок о бок с нами в этом проклятом месте. Отважный герой. Так, вероятно, ты слышал о доблестных подвигах нашего пропавшего героя, рыцаря Бринденбард, сражавшегося с силами плети на прорванном фронте. И тут на союзных напало войско нежити. Многие солдаты союзных войск навечно остались на поле боя, но Брендон уцелел и спас больше дюжины воинов, вытащил из... этой мясорубки одного за другим. Так вот, охотница, после этого он не вернулся. В последний раз его видели, когда он направлялся на северо-восток в сторону молчаливого бдения. Найди его и приведи ко мне. Я воздам ему почести, подобающему доблестному герою. Наше лучшее оружие. Хорошо. Что еще здесь? Опять подземелье.
Так, ну давай зайдем сюда. Опа, что это? Кто-то отдыхает. Зак-зак. Молот Оргрима. Так, солдаты Серебряного Авангарда унесли мое истерзанное тело с поля боя на прорванном фронте. Это была великая битва, орк. Мой топор пел, захлебываясь кровью подонков из ряда. Эх, выкинули нас в подземелье. Ну, это хорошо. 78, 79. Все достаточно толстые парни. Причем некоторые из них знакомы нам. Так, а что я тут получил за шляпу? Ох, не-не-не. Падает броня. Ой, броня, боже мой, какая броня. Атака, да, проседает у нас. Мне нужна цель. Так, вот опять отношение Орды к вам улучшилось, но что-то непонятно. Гильдия, экспедиция Орды. Но это не эта штука. Давай уберем. Так, Шатрат, Вов, Пираты Кровавого. Орда. Каратель, Луна Света, Аргримар, Пандарены, Силы Орды. Хрен вас. Слишком далеко. Так, а где босс? Ага, вон он, босс бродит. Кстати, надо выключить. А то так. И сляжем. Расстрел. Так, начинаем развал этих братков. Я пока не могу прочитать это. Надо подождать. Давай. Ага. Ну, ну конечно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Еще не готово. Давай там малых покосили. Есть, это радует. Баф. Баф получен. Прострел на бог на 8 косарей. Вот это вписали. Кинжал не нужен. Кожа. Кожа тоже не нужна. Посох туда же. Кольцо. Yes. Кольцо выиграл. Зашибись. Личненько. Я пока не могу прочитать. Так, где там мой Рекс? Что там, потерялся где-то непонятно где. Даже выжили, на удивление. Совсем скоро левел ап. Поговаривает мне, что выпишут. О, хан тоже тут нагрел. О, еще и сзади сагрел. Молодец. Хра...
Новое звание. Сэнджи, на-на-на. Ого. Not bad. Кольчуга. Интересно. 17 ловкость, 26 вынос. Беру. Меч не нужен. Так. Ох, опять тут сагрили. Что мне... наконец-то тут доступно. Вайшир. Гора Хиджал. Ага, трон приливов. Тыквавин, понятно. Так, Вайшир. Начать задание. И... Гора Хиджал, то же самое. Я пока еще не знаю, да, куда я пойду. Вот, но просто возьму пока что так. Мы... Так, начинаем набафовать. Посмотрим, не вопрос. Так, идем дальше. Кольчуга не на нас. Топор. И посох тоже не на наш. Не на наш. Не на нас. Так. Ох, как он выхватил сразу. Так, отлично. Теперь можно всех быстро покосить. Там поумирайте ж вы уже. Разалп. Отлично. Давай лучше редирект. На всякий случай. То вдруг чё? Так. Понеслась. Главное, чтоб они не поумирали сейчас. Так, собирается уже? Не? Да, собрался. Так, плечи латы. Нам это не нужно. О, еще и эти парни подошли. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Так, ну что там с этими...
А я думал, надо статую там подтянуть хотя бы. Но, похоже, это не критично. Опа. Нет, ткань мне не нужна. Такая ткань. Ох ты, блин. О, как меня в сон-то отправили замечательно. Всех перебили и двигаемся дальше. Эмиссар Ордоса кто-то получил. Воспользуйтесь курилительницей вечной агонии, полученной от Аратара Агулана на вневременном острове. Интересно. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти поближе. Я пока не могу. Давай, залп. Готов. О, походу кто-то лох даже заюзал на меня. Так, и вон нас ждет непосредственно Локен. Так, ну, разваливаем его. Отлично. Ох ты, кольчуга, штанишки какие-то. 26, а здесь 24, 30, 39. Да я думаю, мне не надо. Так, ну что ж, всем спасибо, всем пока. Уходим из данжика. Да и уходим. Непосредственно и отсюда тоже. Наша задача теперь отправиться в... Давай в Даларан. Улетаю. А вот куда из Даларана я пойду, это неизвестно. Наверное, куда-то в сторону Гримара. Надеюсь, здесь есть нужные порталы мне. По крайней мере, раньше они были. Ну да, сейчас хотя бы в Огре остался. Так, о! Персональное приглашение какое-то. Так, ну это мы сходим. Услышь меня, Лариэль, наш мир на грани жуткой катастрофы, взываю к тебе, окажи нам помощь в этот трудный час, я Крогар, найди меня и отправлю тебе твое предназначение, жду тебя в Агримаре к северу от Волока. Что ж, хорошо, я думаю, друзья, на этой замечательной ноте мы остановимся и... В следующей серии уже пойдем с вами на изучение катаклизма и его локаций. Что ж, всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте поддержать видео лайком, подписываться на канал, кто не подписался, и оставлять ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.